Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал доктора Скачко. И в этом видео вы узнаете, как приготовить семена льна с кефиром правильно, чтобы не рисковать своим здоровьем и своей жизнью. А для этого я расскажу вам про три секретных ингредиента, о которых я расскажу в этом видео. Каждый из них очень важен, чтобы помочь вам получить результат, а именно снижение веса, одновременно улучшить обмен веществ, а также очистить и организм от шлаков и токсинов, и самое главное, кишечник. И как их использовать правильно, вы узнаете в этом видео. Итак, первично, кефирная диета для похудения, она понятна, она известна, но с точки зрения диетолога, это одна из самых жестких белковых диет, в которой практически присутствует белок молочный, очень ограниченное количество воды и ноль углеводов и жиров. Это жесткая диета, на которой не каждый сможет находиться несколько дней и снижать вес действительно эффективно. Именно поэтому и появились в Союзе кефир и семена льна. Состав семян льна богатый. Там и белки, и жиры, и углеводы, и витамины, и макро, и микроэлементы. И казалось бы, просто соединить два продукта, но вы при этом рискуете жизнью, если не знаете некоторые нюансы. Если добавить цельные семена льна в кефир, есть такие эксперты, которые советуют, просто добавьте ложку-другую семян льна в стакан кефира, настояли некоторое время, семена набухли, вы их употребляете в пищу вместе с кефиром несколько раз в день и худеете. Да, худеть-то вы худеете, но тот цианогенный гликозид, который находится на поверхности семян льна, он нарушит переваривание пищи, и чаще всего такое похудение на кефире с семенами льна дает вздутие живота. Найдите на моем канале, наберите вздутие живота, метеоризм, как избавиться, и вы поймете, в чем риск для здоровья. Вздутие живота нарушает экскурсию диафрагмы, создает гипоксию сердечной мышцы, и очень легко умереть от инфаркта и инсульта, если вы не исследовали состояние сердечно-сосудистой системы до такой диеты для похудения. Поэтому я бы вам не советовал цельные семена льна добавлять в кефир и использовать для снижения веса. Можно использовать только измельченные семена льна. Но когда вы покупаете измельченные семена льна, вы должны на упаковке увидеть без ленимарина. Иными словами, производитель понимает, что это токсичное вещество, в составе которого находится синильная кислота, опасна для вашего здоровья, и бережет своего клиента, бережет своего фактически спонсора, ведь вы спонсор того производителя семян льна, который вы покупаете. В этом случае все понятно. Если же цианогенный гликозид остался в продукте, то его количество увеличивается практически в 7 раз по сравнению с неизмельченными семенами льна. И риск для вашего здоровья в большей мере увеличивается. Кардиологический риск. Поэтому в домашних условиях измельчать семена льна, если вы не знаете, как удалить гликозид ленимарин, смысла не имеет. Если покупаете, ищите правильных производителей. В этом случае измельченные семена льна принесут вам пользу, потому что разнообразят ваш рацион полезными веществами. Как получить еще больше эффекта? Периодически в кишечнике может быть как минимум дисбактериоз, если вы не знали, как правильно питаться. А могут быть и возбудители различных глистных паразитарных инвазий. И первый секретный ингредиент, который я бы советовал всегда добавлять в эту смесь, это на один стакан кефира 2 зубочка чеснока. Измельченных в этом случае вы получаете больше пользы. Эфирные масла чеснока подавляют патогенную микрофлору в кишечнике, и у вас микрофлора улучшается, питание организма улучшается, риск кардиологический снижается, и вы дольше можете находиться на такой системе питания. Как еще повысить эффективность? Есть еще один секретный ингредиент. К такой комбинации очень неплохо добавить одно среднее яблоко. И качество яблок
зависит от того, как работает ваша пищеварительная система. Если у вас есть склонность к запору, а семена льна не помогли вам от этого избавиться, яблоки используйте в сыром виде, но натерли на терочку и добавили в эту же смесь. Каждая порция, стакан кефира, чайная ложка семян льна, одно яблоко, два зубка чеснока. В этом случае вы получаете больше пользы. Если же у вас кишечник работает прекрасно, запоров нет, тогда вы используете запеченное яблоко. В этом случае яблоко в большей степени пектины яблока работают как сорбенты и более активно очищают ваш организм. И в этом случае вновь вы можете дольше находиться на такой диете для похудения, в которой основные действующие вещества это кефир, семена льна, ну и вспомогательный чеснок, яблоко. А если вы хотите находиться на такой диете еще более длительное время, и вас интересует не просто снизить вес и очистить организм от шлаков и токсинов, но, возможно, вас интересует еще и восстановление нормального обмена веществ, тогда такая комбинация у вас остается только на вечер. А в течение дня минимум 4 раза вы употребляете борщ. В его составе много полезных питательных веществ, нет дефицита макро-микроэлементов, есть углеводы, которые позволят вам более длительное время находиться на такой системе питания, очищать свой организм и получать тот результат, который вы хотите получить. Со скоростью снижения веса 2-3-4 килограмма в неделю. Все зависит от уровня вашей двигательной активности. Как правильно приготовить борщ? И в данном случае у вас получается кефирно-борщевая диета для похудения. На моем канале есть, наберите. Если у вас включен безопасный режим, наберите в поисковике. Если он отключен, то, скорее всего, ссылку на это видео вы видите на экране. Переходите по ней. Очень важно борщ приготовить правильно, чтобы ваш организм и получал питательные вещества в нужном количестве, а вы получали дополнительное снижение веса, потому что кефирно-борщевая диета может продолжаться более продолжительное время. Иными словами, можно недели, даже месяцы находиться на такой сбалансированной диете, если вы готовите борщ правильно. И вес снижать до той точки, которая вам необходима, и организм очищать, и иммунную систему укреплять. Все зависит от того, как вы комбинируете правильно эти нужные ингредиенты. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить на это видео лайк, можете сделать репост. Возможно, кто-то из ваших друзей, знакомых тоже захочет очистить организм безопасным способом, ну и снизить вес, восстановить нормальный обмен веществ. До новых встреч на моих видеоканалах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко» это YouTube, а также «Школа доктора Скачко» в Instagram.